первого периода. СКА проигрывает. Силовой прием Вишневского. На этот раз судьи. 1-0. И выход. Судья мешает. Судья мешает. Ну, гол! Здорово, просто разобрался. Руха. А что делает главный судья? Вот посмотрите. Хорошо. Где он был, да? А вот если она бы застряла, и что? Обыграл очень красиво. Очень красиво. Тарасенко, да, сделал такую классную передачу, да? Да, молодец. Посмотрите, вот это силовой прием Вишневского, за который он, кстати, получил двухминутный штраф. Нет, вроде здесь не было. Здесь а, вот здесь, да, как раз это когда сыграл. Тарасенко отдал пас. А здесь это был, вот, да, заброшенная шайба. Очень чистый, хороший силовой прием. Да, Мурыгина обыграли очень, очень хорошо. Это сделал Петр Прухов. Да, вот действительно, что там делал главный арбитр, да? Ну да, он пока... Вот я говорю, что Лайцманы постоянно мешаются на синей линии.